Мы сейчас находимся в студии, где снимаем фото национального костюма от Украины, который будет представлять мисс Украина Вселенная 2016 Алена Спаденюк на конкурсе Miss Universe 2016, который состоится в Филиппинах в конце января. Мы очень гордимся, что Алена Спаденюк будет в этом году представлять Украину в нашем костюме. И мы очень хотели, чтобы этот костюм в этом году был яркий, был праздничный. Когда я первый раз увидела свой костюм, я сказала: «Вау! Я чувствую себя в нем так уверенно, так ярко». Костюм состоит из корсета с рукавами воздушными. И особенностью этого костюма является юбка, которая сделана из старого ковра ручной работы. Это лен, по которому шерстяными нитками вышиты красивые цветы. И сверху мы расшили это пайетками для того, чтобы придать яркости костюму. Мой костюм – это то, как я вижу Украину – яркой, богатой, жизнерадостной, плодородной. Я надеюсь, что нам повезет, и мы покорим Вселенную.